Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом омолаживающей маски с очень сильным подтягивающим и разглаживающим действием. И подходит эта маска для всех типов кожи, и в том числе для чувствительной, аллергенной и для кожи с куперозом. И так как в этой маске нет раздражающих компонентов, то ее можно наносить под глаза. И чтобы сделать эту омолаживающую маску, необходимо взять 1 столовую ложку куриного белка. Оставшийся белок можно перелить в пластиковый контейнер и заморозить его, и потом использовать либо для приготовления новых масок, либо в кулинарных рецептах. Далее добавляем сюда 1 чайную ложку с горкой овсяной муки. А вместо овсяной муки еще можно использовать гороховую или нутовую муку. И последний компонент – это топленое масло. И его необходимо добавить сюда 1 чайную ложку. Вместо топленого масла вы можете использовать обычное растопленное масло, либо масло кхи. Хорошенько все перемешиваем, чтобы получилась однородная консистенция. И затем наносим маску на очищенную кожу. И, пожалуйста, не забывайте про свою прекрасную шею и декольте, потому что эти зоны тоже нуждаются в заботе и уходе. Затем, через 20 минут, смываем маску теплой водой и используем свой привычный ухаживающий крем для лица. И делать такую маску можно 2-3 раза в неделю. А если ваша кожа очень сильно обезвожена, истончена и нуждается в более интенсивном восстановлении, то эту маску можно делать каждый день в течение недели, после чего можно перейти на поддерживающий режим.